рублями очень тяжело. Где мы их возьмем? Во-первых, надо в обменный пункт поменять. Надо, если что, людям давать сдачу. А пенсионеры, так они вообще в шоке. Они просто сейчас просто не поймут, какая валюта, как что давать. Там. В рублях еще они еще зарплату не получали в рублях. Ничего себе, блин, я попала. Пришла эта новая власть и тоже не лучше. Старые те же самые и новые. Ну и губани, только себе кошельки набивают. Надо терпеть. Так сколько же может народ терпеть будет? Так, это 20, вам 10 копеечек. 5 копеечек отсюда. Все, что все, будем мы получать в рублях? Нам что-то хоть оплачивают? Посмотрите, предприятия все стоят. Все воюют, а предприятия стоят. Что-нибудь, что-то работает? Ничего не работает. Если будут платить в рублях. Если будут, когда это будет? Через 5 лет? Нет, ну так я же что-то не говорю. Нет. А сколько? Курс есть, подсчет есть. Умно и грамотно посчитал, отдал задачу. Все, больше ничего. А так, это людям, конечно, потихонечку, потому что сама гривна себя исчерпывает уже здесь, на этом месте, на Донбассе, как говорится, ее уже нету. Из чего надо? Людям придется переходить в рублевую зону, а что делать?